В Москве до конца года планируют заменить почти 300 остановок общественного транспорта. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Агентство городских новостей «Москва» сообщает, что в 2020 году планируется замена 297 остановок общественного транспорта на территории Северо-Западного административного округа. Остановки оснастят информационными табло ожидания с отображением расчетного времени прибытия транспорта и освещением. Павильоны оборудуют зарядными гнездами для электронных устройств и подключат Wi-Fi. Также сообщается, что 7 троллейбусных и 1 автобусные маршруты планируют заменить на электробусы в 5 районах округа, а в районе Куркина заменят все остановочные павильоны. Пока это все. Еще больше новостей из жизни столицы не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!